Здравствуйте, вы на канале Все Крючком ТВ. Сегодня я вам покажу, как связать вот такую красивую резинку с ярко выраженным узором. Для примера я набрал 15 воздушных петель и еще 2 петельки для подъема. Ряды нашей резинки мы будем вязать полустолбиками с одним накидом. Для этого мы набрасываем нить на крючок. И в третью петельку от крючка мы вводим крючок в петельку, вытягиваем нить и провязываем все 3 петельки вместе. Затем снова набрасываем нить на крючок, вводим крючок в петельку, достаем нить и все 3 петельки провязываем вместе. Следующую петельку также вяжем полустолбик с одним накидом, вводим крючок и 3 петельки вместе, набрасываем нить на крючок, вводим крючок в петельку, достаем нить и провязываем все 3 петельки вместе. Так мы с вами будем вязать до конца ряда. Набросили нить на крючок, достали нить, провязали все 3 вместе. Снова набросили, вводим крючок в петельку, достаем нить и все 3 петельки вместе. Провязали наш первый ряд до конца, делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание, и теперь полустолбики с одним накидом мы будем вязать во вторую петельку за заднюю стеночку. Вводим крючок за заднюю стеночку и провязываем полустолбик с одним накидом. Набрасываем нить на крючок, за заднюю стеночку вводим крючок и провязываем 3 петельки вместе. Набросили, за заднюю стеночку вытянули нить, провязали 3 петельки вместе на крючке. Так мы вяжем до конца второго ряда. Подошли к концу второго ряда, провязываем полустолбик за последнюю петельку и подошли к краю нашего вязания, к воздушной петле, где мы делали подъем. Вяжем последний 15-й столбик в эту воздушную петлю. Снова делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем наше вязание и во вторую петельку за заднюю стеночку также вяжем полустолбик с одним накидом. Таким образом вяжется резинка полустолбиками с одним накидом. В конце каждого ряда делается одна воздушная петля подъема, вяжется за заднюю стеночку крючку основания, набрасывается нить на крючок, вводится за заднюю стеночку, достается нить и провязывается все 3 петельки на крючке. Я провязал резинку немножко больше, вот он видно рисунок, тянется она очень хорошо, ничем не уступая обычной классической резинке. И сейчас я вам покажу, как соединить в кольцо нашу резинку. Для того чтобы ее соединить, начало и конец нашего вязания обязательно должны быть в разных сторонах. В конце ряда нашей резинки мы делаем воздушную петлю подъема, затем вот так вот ее складываем пополам, и сейчас будем ее соединять в кольцо. Заднюю стеночку здесь мы вводим крючок. С обратной стороны мы под петельки тоже вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Здесь мы за заднюю стеночку заводим крючок, напротив под петельки ввели, достали нить и соединительный столбик. Так шов будет практически незаметен нашей резинки. За заднюю стеночку ввели крючок, напротив под петельку достали нить и провязали соединительный столбик. Так провяжем мы до конца ряда. Будем соединять нашу резинку соединительными столбиками, вводя крючок за заднюю стенку нашего последнего ряда и под петельки нашего первого ряда. Провязываем соединительный столбик. Провязали последний соединительный столбик, и вот как вы видите, абсолютно не отличается, сильно не выпирает наш шовчик. Если бы мы провязывали столбиком без накида, он бы сильно был заметным, а так он у нас аккуратненький, ровненький и практически не отличается от узора нашей резинки. А на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписались. До новых встреч!